Здравствуйте все, дорогие друзья! И сегодня у нас будет гайд по горнячеству или горнодобыче. Так, что нам нужно для этого сделать? Нам нужно сделать костяную лозу, чтобы искать руду. Нам нужна палка и нужны нам 4 косточки. Косточки выпадают с овец, выпадают с кур, со свиней, с коров. Поэтому спокойненько убивайте этих животных, ни в чем не повинных, и добывайте кости с них. Палку добываем, подходим к дереву сорвать сук. И у нас палочка. Вот она такая получается, сук яблони. Ломаем его, он превращается в палку. Теперь мы создаем лозу. Лоза у нас создана. Мы можем искать руду. Теперь нам нужна кирка. Ну, я думаю, кирку сделать все в состоянии. Вот медная кирка, но у вас будет сначала каменная. Это вообще не имеет никакой разницы, какая у вас кирка, только по степени шанса добычи и степени скорости. Все остальное мало что волнует. Острый камень, это все просто. Вот нажимаете, смотрите, как это делается. Палка, прутик. У меня же медная кирка. Нажимаем экипировать. Представим, что экипировали медную кирку. Ой, каменную кирку точнее. Теперь нам нужно найти, где эта руда находится. Открываем на М карту. Приближаемся. Еще приближаемся. И смотрим. Вот такие вот белые пятна. Это у нас горная руда. Ну или как, нет, не горная руда, а каменный такой вот пласт. Каменная плата, вот так это будет правильно. Если будем выражаться, это будет более правильное выражение. Каменная плата. Бежим мы на каменная плата с вами. Приближаемся. Чтобы вот так вот убрать все деревья, это Ctrl-Z. Z английская. Ой, Ctrl-Shift, Shift-Z. Бежим на это каменная плата, и сейчас я вам покажу, как искать и как добывать руду. По пути можете пособирать грибочки, можете пособирать травку. Вот так вот выглядит каменная плата. Теперь нажимаем на лозу и разведать. Хопа! Видите, желтым цветом на карте появляется у нас месторождение руды и появляется рядом с нами. Еще разочек. Хоп, вот, большая это медная жила, точнее средняя, вот, железная медная жила. Теперь нажимаем отколоть. И наш персонаж будет добывать руду. Естественно, жилы имеют свойство заканчиваться. Какую-то есть у нас провальные попытки, не получилось отколоть. Ну, не хватает у него там сил или там, я не знаю, кирка с руки соскочила, все бывает. Все бывает, вот, добыли мы с вами железной руды чуть-чуть. Вот так вот добываем потихоньку, добываем. И бежим назад в свой дом, складываем, переплавляем и занимаемся другой различной ерундой. Но вот это вот немножечко неправильная добыча руды. Никогда не добывайте руду пешком. У вас будет огромный перевес, потому что весит руда достаточно много. И смотрите, 1,5 килограмма. Это до хрена. Вот, уже практически перевес. Всегда на коне. На коне подъехали впритык и добыли руду, сели, подъехали к другому. И вот так вот добываем. Поэтому на лошади получается проще. Добыли, уехали домой и там уже все поскидывали. Иначе вы просто не добежите. У меня последний раз был перевес 180 килограммов. Поэтому слушайте, мотайте на ус, используйте и практикуйте. С вами была Комарачи. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь, комментируйте. Всем до скорых встреч!